Буквально несколько минут назад крупный телеграм-канал сообщил шокирующую новость. Сегодня траур в мире российского шоу-бизнеса. Горе постучалось в дом легендарного российского и советского актера, кинорежиссера, народного артиста России, 76-летнего Никиты Сергеевича Михалкова. Сегодня утром на Троекуровском кладбище столицы началась прощальная траурная церемония. Мэтра советского и российского кино Никиту Михалкова приехали поддержать известные актеры, артисты, весь свет российского шоу-бизнеса. Михаил Пореченков, Константин Хабенский, Анна Попова и другие замечательные артисты были рядом с Никитой Михалковым в этот тяжелый час. Еще месяц назад всю творческую Россию потрясло страшное известие о трагическом дорожно-транспортном происшествии в городе Москва. В день рождения великий артист подарил своему внуку шикарную иномарку стоимостью 25 миллионов рублей. Однако дорогой подарок счастья не принес. Уже позже стало известно, что Петр Михалков получил права совсем недавно и не имел опыта езды на автомобиле. Никита Сергеевич Михалков и его внук Петр попали в тяжелое ДТП 4 марта в городе Москва в районе Красной площади. За жизнь Никиты Сергеевича боролись целую неделю и смогли спасти замечательного артиста. А вот молодой организм 19-летнего внука не справился с тяжелыми травмами. Неделю назад, как последняя надежда, Петра вели в медикаментозную кому. Однако чудо не случилось, и сегодня утром внук легендарного артиста скончался. Коллеги Никиты Сергеевича рассказывают, что на почве нервного стресса актер перестал общаться с домашними и выходить на связь с поклонниками. Зная о проблемах сердца у Никиты Сергеевича, родные и близкие всерьез тревожатся за здоровье актера.